Всем здравствуйте! С вами вновь телестудия ОКО и мои ведущие София Толстова и Влад Якимов. Начнем наш телеурок с календаря исторических событий, которые проходили в прошлом в России с 26 по 30 сентября. А помогут нам в этом Ксения Кондратьева и Таисия Горбунова. 53 года назад, а именно 26 сентября 1969 года, был образован Байкальский государственный природный заповедник. Он создавался для сохранения и изучения природных комплексов Южного Прибайкалья, в частности, охране самого глубокого в мире озера Байкал. 239 лет назад, 27 сентября 1783 года, был спущен на воду первенец Черноморского флота России – 66-пушечный парусный корабль «Слава Екатерины». Его боевая служба в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-91 годов. 221 год назад, 27 сентября 1801 года, на коронации Александра I, ему был представлен первый в мире двухколесный велосипед, который изобрел крепостной Ефим Михеевич Артамонов. Велосипед так удивил царя, что за создание диковинки Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижнетагильском краеведческом музее. 216 лет назад, 29 сентября 1806 года, Надежда Дурова, обрезав косы, выдала себя за мужчину и присоединилась к казачьему полку. Завербовавшись юнкером в Уланский полк, участвовала в войне с Францией, где отличилась храбростью и мужеством в сражениях. За ратные подвиги получила Георгиевский крест. Надежда была участницей битвы под Бородино, служила ординарцем у Кутузова. 24 года назад, 30 сентября 1998 года, была вручена высшая награда России – орден святого апостола Андрея Первозванного под номером 1 академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Они шли к этой победе целенаправленно. И вот в Санкт-Петербурге на первом всероссийском фестивале «Рободрон» стали лучшими в одной из категорий. Но все по порядку. Пятиклассница Софья Лашчева и семиклассница Яна Тюрина готовы рассказать обо всем сами. Беседу с девочками и их педагогом Лилией Ишатовной Гуляевой провела Анна Соколова. Ей слово. Всем здравствуйте! Девчата, расскажите, как вы попали на эти соревнования? На сайте РДШ мы увидели объявление, что будет проводиться всероссийский конкурс. Зарегистрировались, подали заявку и поучаствовали. Мы долго собирали необходимый материал. Необходимо было сконструировать робота, а также снять видео с защитой этого проекта, подготовить описание проекта и собрать целый пакет документов и затем отправить на конкурс судьям для экспертизы. А сейчас расскажите подробнее о своей категории. Наша категория называется наземная. Наземная категория – это значит, что робот ездит только по земле. Наш робот называется робот-помощник для уборки мусора. То есть наш робот умеет ездить с человеком и помогать ему в перевозке какого-либо груза. Много ли было соперников? Соперников было много. Были все сильные, было с кем посоревноваться, посоперничать. Вообще, по словам организаторов, всего было подано свыше 2000 заявок, среди которых только 180 из них стали победителями. И 16 проектов из 180 были допущены к защите. И один из этих проектов оказался проект девочек. Какое впечатление произвела на вас северная столица? В Санкт-Петербурге было достаточно холодно, не так, как в Тагиле. Но это не помешало нам восхищаться этим городом. Там было очень красиво и уютно. Разница в возрасте мешает или помогает? Я не могу сказать, что разница в возрасте мешает, потому что Яна может строить более крепкие крепления, а я могу подавать какие-то идеи, и вместе мы сила. На самом деле, такой дуэт у нас получился спонтанно. Яна давно мечтала собрать робота-чемодана, и Соне очень понравилась эта идея, и она попросилась в команду. И глядя на их совместное творчество, они дополняли друг друга и работали очень слаженно.
Я, честно говоря, восхищалась ими. А сейчас вопрос Лилии Ильшатовне. Что дальше? Какие планы на будущее? Ну, в связи с тем, что у нас сейчас открыли кванториум, первый школьный кванториум в Свердловской области, и нам поступило очень много нового оборудования, естественно, наши возможности сейчас расширяются, и мы готовы работать дальше, развиваться дальше в исследовательской, в творческой деятельности. Поэтому я думаю, что сейчас еще больше ребят смогут принять участие в разных соревнованиях, и в том числе мы будем продолжать участвовать в этом конкурсе. Еще раз поздравляем с таким результатом. Вы лучшие! Желаем дальнейших успехов! 16 сентября прошел общегимназический кросс «Золотая осень». В нем приняли участие ребята 5-11 классов. В их числе был наш юнкор Андрей Гетманенко. Ему слово. Соревнования проходили на школьном стадионе. Природа не поскупилась и предоставила учащимся все условия для достижения высоких результатов, получения заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Участникам необходимо было пробежать 2 круга. Конечно, несмотря на трудности, ребята старались справиться со сложной задачей. Они приложили все усилия, чтобы разбудить в себе второе дыхание, прибежать к финишной черте первым или просто добежать до нее. Некоторым это давалось очень трудно, сказались месяцы пандемии. Гимназисты, которые показали лучшие результаты, будут выступать за честь гимназии в городских соревнованиях. Но все же, главной наградой для ребят в этот день стали не звания лучших бегунов, а общение друг с другом, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше для растущего организма? Всю прошлую неделю в классах гимназии активнее, чем обычно. Решали, считали, складывали, вычисляли. Виной тому неделя математики. Каждый день после уроков проходило то или иное мероприятие. О них расскажет Михаил Белов. 20 сентября для гимназистов 5-6 классов прошел квест «Остров сокровищ». Пират Крюк отправил ребят по маршруту, где их встречали сказочные персонажи. В каждой команде было по 4 человека. Им необходимо было решить нестандартные задачи и выполнить разные задания. К примеру, поменять местами 8 трубочек одного квадрата так, чтобы получилось 2. Команда 6 А класса справилась лучше всех со всеми заданиями и получила от Крюка сладкие призы. 21 сентября у старшеклассников тоже прошла командная игра. Все участники, разделившись на 8 групп в составе одного 10-классника, одного 9-классника и 2 8-классников, отправились по станциям. Их тоже было 8. На каждой из которых ребят встречали лаборанты, учителя или 11-классники. Они предлагали каждой группе выполнить практические задачи. К примеру, сложить бумажную звездочку и вырезать ее одним разрезом. С помощью лазерной указки и 4 зеркал попасть в центр одной из 7 мишеней, расположенных на доске. И другие задания, на которые отводилось 5 минут. И в этой игре были свои победители и проигравшие. Но важно одно – учащиеся увидели, что математику можно применять на практике в абсолютно неожиданной ситуации. А 22 сентября для гимназистов среднего звена состоялся конкурс рисунков «Королева математики». Одни рисовали на асфальте, другие – на альбомных листах. То, что математика является королевой всех наук, мы знаем давно. А вот как ее изобразить мелом на асфальте – это вопрос. Ответ, конечно, с помощью геометрических фигур. К работе все участники конкурса подошли творчески. Процесс захватил всех, и мальчиков, и девочек. Проявив фантазию и старания, ребята получили массу удовольствия от проделанной работы. А чья королева получилась самой-самой, ребята узнают от учителей математики. А сейчас мы хотим поздравить нашу талантливую солистку группы «Композитор Апрель» Александру Новгородову. 20 сентября ей вручили премию губернатора Свердловской области за достижения в творческой деятельности. Поздравляем Александру и желаем дальнейших побед. На этом наш урок подошел к концу. Желаем всем-всем мирного неба над головой. Ну а пока.